На этих соревнованиях сказали, что можно любые. Вообще? В будущем еще меня, думаю, заставят. Я предлагаю забастовку устроить, что это ненормально. Надо протест выбрать. Все бы ничего, уж не надо. Вот замерзающий. Мне бы какой-то вопрос. Боитесь быть врагом народа? А? Для всей корейской народной журналистской республики. Как не нужно. Вот то, что наши коллеги в той федерации, я надо выстроить точно, и я пытаюсь сделать одно, а порядка нет, а само собой делать свои дела. Вот как лучше? Там порядок, порядка такого нет. Больше свободы, но меньше организации. Демократии нет ни там, ни там, ни близко. Как демократия? Кому? Нам. Не верю. Не верю. Демократия, модель, что будет? И будет, значит, недостаточно стирать. Демок должен быть очень сознательным, очень грамотным. Сейчас задача какая? У нас с вами немножко сейчас упражнений, и потом работаем с ситуацией спарринга. Сейчас работаем атаки. Значит, становимся на дистанцию примерно 1 метр. 1 метр это 1 ковер. Примерно. Никакого степа, ноль степа. Вызовы движения вообще после всех нет. Вот мы встали, может защищаться, другой задачи нет. Может сразу защититься, а может защититься, когда я буду атаковать. Значит, вот я встаю, я его дергаю, мучаю, но никакого степа не делаю, только здесь. Момент для атаки выбираю, делаю атаку. Задача, чтобы она была неожиданная, застать его врасплох. Это может быть, может быть, атака как бы рукой, может быть серия там, понимаешь? Это все равно так, комбинаторная, любая. Прямое действие. Пам, пошел и сделал. Хорошо? Значит, моя задача. Есть 10 секунд раунд. За 10 секунд я должен сделать атаку. Одну. Хотите, делайте сразу. Прям первая секунда, бум, пролетела. Хотите, делайте на последней секунде. Прямо на погон, бум, и вы сделали. Хорошо? Сами их рассчитываете. Задача получить от партнера какую-то такую невербальную информацию. Как он двигается, удалось ему управлять или нет. Вы же им управляете как марионеткой. Только у вас нет ниточек, у вас есть движение ваше. И вы эти движения стараетесь его как-то реагировать, программируете его. Вы показали вверх, посмотрели, он поднялся, не поднялся, руку поднял, не поднял. Вы показали вниз, как он реагирует. Ага, не поднял, например. Значит, если я пойду прыгать через верх, он, скорее всего, руку не поднимет. Понимаете, да? А поднял, значит, надо показать вверх, ударить снизу. Ну, то есть, это все в сознание перевести сложно. Сознательно это все делать, не больше за 10 секунд. Но вы должны из опыта своего как бы быстро думать, не проговаривая эти мысли, как бы реализовывать.
большое намерение, как бы вот оно родит результат. Хорошо? Меняйте, как же вам приготовили? А второй защищается. Второй только подставляет защиту. Вы не можете войти в дверь? Выйти? Ну, я не знаю. В интернете посмотрите. Что делать, если... Как вызвать фирму, которая скрывает дверь? МЧС, да, возможно. Я не знаю, Маша. Ну, интернет же есть.